Сегодня началось пленарное заседание. Будут рассматриваться вопросы, касающиеся граждан. Это продление амнистии на 5 лет дачной. И вопрос, конечно, о эпидемиологической обстановке по прививкам. Его будет докладывать Татьяна Голикова. Скажу, что мнение у жителей разное. И сам получал предложения, которые кто выступает и за, и против. Мое личное мнение, что да, нужно дать возможность гражданам выбирать по прививкам. И с другой стороны, очень важно, чтобы люди прививались, чтобы не болели. И как раз этот законопроект мы рассматривали не один день. До этого было обсуждение с специалистами, с гражданским обществом. Дали возможность много высказаться людям про. Ну, обсуждение будет впереди. Еще раз посмотрим, как будет проходить обсуждение данного законопроекта.